Ситуация по кори в стране стабилизируется. В прошлом году было зарегистрировано около 30 тысяч случаев. С 1 января 1900 человек. 79% инфицированных – дети, 4% – подростки и 17% – взрослые. По словам экспертов, самый на сегодня эффективный способ избежать кори – это вакцинация. Среди вакцинированных могут заболеть от 2,5 до 4% людей, но болезнь у них проходит в легкой форме без осложнений. Недооценивать опасность кори и отказываться от вакцины нельзя. Эта инфекция очень опасна в первую очередь для детского организма. Корь поражает не только дыхательные пути, но и мозг ребенка, сердце, легкие, печень, почки и весь организм. Не говоря уже об осложнениях, которые уничтожают весь иммунитет. Даже простой грипп или бактериальные заболевания после кори проходят очень тяжело. Еще одна опасность – это повреждение головного мозга.